В Южном Казахстане открылись две новые школы. Их построили в отдаленных аулах Алтын-Кемер и Сулу-Булак. Из республиканского бюджета на это было потрачено около миллиарда тенге. И хотя сейчас летние каникулы, на торжественную церемонию открытия пришли все ученики. В обеих школах будут получать знания около 1000 детей. Раньше они занимались в приспособленных помещениях в 3 смены. В новых же зданиях – лингофонные кабинеты, компьютерные классы и интерактивное оборудование. За последние 3 года вот это 33-я школа, которая сдается в районе. Кроме того, значит, в районе имеются аварийные школы, но они уже, работы уже идут, в смысле строительные работы начались, и на следующий год уже аварийных школ у нас не будет.